третье судебное заседание, мы допрашивали эксперта Хазибуллину Елену Евгеньевну, нашего башкирского ученого, которая пообещала адвокатам участвовать в процессе, что она подаст на них иски о дефамации. Ну, наверное, сюда же войдут также как ответчики и наши подсудимые, которые смели задавать ей вопросы, на которые она очень нервно, смеясь, отвечала не в попад и не в тему. Еще раз, пожалуйста, да, от нее также прозвучало непонятное обвинение в оправдании стороной защиты терроризма. Когда, при каких обстоятельствах мы это оправдали, видно, опять же, только известно только одному эксперту. Спасибо. Следующий. Да, я единственное скажу, что все те сомнения в экспертизе нашей только укрепились. Это касается и самой экспертизы, и то, как она проводилась, и то, как ФСБ передавала материалы. Нам не удалось получить какого-то внятного ответа, касающегося передачи ФСБ материалов, то по телефону, то по электронной почте, то еще как-то. То есть все было внепроцессуально оформлено и проведена данная экспертиза. Сегодня закончился этот допрос, и мы перешли уже к просмотру видеофайлов, которые, собственно, на основе которых и проводилась эта экспертиза. Мы просмотрели один из видеофайлов, касающийся экспертизы. Это разговоры, касающиеся определенной политической стороны, исламской стороны и так далее. Но об этом мы будем говорить позже. В общем, хочу резюме сделать небольшую экспертизу. Нарушает как здравый смысл. Это явно все из вопроса про татарское нашествие, и которое, да, при котором сожгли Москву. Это был какой-то некий позыв для участников Хизбулла Тахрир, как, хотя в те времена партии не существовало. Так, в общем, и отсутствие всякой, скажем так, моральной стороны у эксперта. Почему? Потому что эксперт, по-моему, не отдает себе отчет, что обрекает свое заключение людей на 20 лет тюрьмы и исправить кого. Все, спасибо. Хочется добавить также, может быть, что внепроцессуальное письмо, направление следователям, эксперту первичных стенограмм в июле 2016 года оказалось по исходящему номеру идентичному письму адвокату в уведомлении за 2017 год, о чем вот поднял